Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно. Ах, как бы начало вернулось. Начало вернулось невозможно, немыслимо и даже не думай. Зато готовятся целый сезон. Впрочем,
Сдается мне, что наш юбилей может и не состояться. Пора бразды правления в свои руки брать, да дворцовых вызывать. Эй, дворцовые, скорей, выползайте из щелей, из кулис и из подвалов, с чердаков, с гримерок, с залов. Юбилею быть или нет? Да, конечно. Итак, уважаемые дворцовые, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшие сведения. Опять Крун едет. Или культуру, да, когда окупаемость опять переводят. Да нет, хуже. Звонок слышали? Слышали. А про юбилей слышали? Слышали. Так вот, еще два таких звонка, и в этом зале должен начаться праздничный вечер, посвященный 40-летию нашего дворца. Вон уже и зрители собрались, а гостей подоехало, видимо-невидимо. А у наших нынешних хозяев проблема. Вы что, не понимаете? Юбилей сорваться может. И все из-за какого-то, как его там, рубильника. Все, пропал рубильник, и все пропало. Юбилей пропал! Помоги ты, причитать, да? Я тут вот ходил, а этого самого какого рубильника не видел. Кто это такой рубильник? Кто? Режиссер такой известный, что ли? Или этот какого? Ведущий? Да, что-то я такую фамилию у нас во дворце не слышал. Не слышал. Рубильник? Это не фамилия! Что это? Ой, рубильник, это такое! Какое? Ну как бы вам попроще объяснить? Ну, в общем, без него рампа на сцене не горит. Ой. Софиты не светятся. Микрофоны не работают. Фонограмма не звучат. Bye.
Здравствуй, праздник! Здравствуй, юбилей! В море улыбок! В сиянии огней! Сегодня день особенный, весенний, и лучший день для творческих людей. Ведь в зале собрались на этой сцене мы отмечать Дворца культуры юбилей. Как много видел этот зал гостей, артистов разных рангов и мастей, почетных зрителей и дорогих гостей. Но лишь сегодня столько в нем друзей, что к нам пришли на званный юбилей. Пройдя сквозь сбори потерь и радость всех побед, мы ждали встречи столько лет подряд. И вот зажегся рампой яркий свет, звучат фанфары, начинается парад. Встречайте творческие коллективы Городского дома культуры, Народный мужской хор ветеранов войны и вооруженных сил, хормейстер, заслуженный работник культуры Кубани Светлана Горбунова, концертмейстер Александр Гаськов. Хормейстер Светлана Горбунова, концертмейстер Александр Энкин. Надежда Казарова, аккомпанирующая группа Александр Гаськов, Гульнара Чернышова, Георгий Каменев, Олег Свечкарь.
эстрадно-духовой оркестр под руководством Льва Исаева. Студия «Каприз», хормейстер Ирина Небут. Хореографическая студия «Стрижи», балетмейстер Татьяна Крупко. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see.
режиссер Анастасия Лобанова. Танцевальная студия «Загадка», балетмейстер Наталья Санина. Студия «Зернышко», балетмейстер Елена Бабакина.
академический ансамбль «Лига», балетмейстер Татьяна Крупко, концертмейстер Наталья Михайленко. И дальнейших творческих успехов на ниве культуры Кубани. Слово предоставляется главе города Тихорецка Виктору Васильевичу Карпенко. Ну скажите, что это красиво, правда? Давайте похлопаем. Красота действительно спасет мир. Красота даст нам силы в самое тяжелое время. Вот эти люди, которые сегодня на сцене, тех, кого сегодня нет. Вы знаете, когда идешь на такое торжество, созревает какой-то план выступления, но по ходу он меняется совершенно. Вы понимаете, от убеленных седин ветеранов Великой Отечественной войны, труда, да вот этих крошек, они несут нам культурные ценности, они несут духовную нам ценность. И я не знаю, как можно отвернуться от культуры. Я думаю, нельзя. И мы постараемся делать все для того, чтобы помочь культуре. Когда начинался этот спектакль, вы знаете, и вышел сюда там Авионок или кто он, не знаю, по сценарию, вспомнились 50-е годы, когда мы мальчишками шли, утопая в грязи, и это были развалины, без крыши, без ничего. Для нас это был театр военных действий, мы здесь войну играли. На улицах не было ни одного тротуара, ни одной асфальтированной дорожки, была только булыжная мостовая от Энгельса до вокзала, а все остальное было в грязи. И нам говорили взрослые, что это дворец культуры. И вот он начал строиться. И дважды мы возрождаем этот дворец, как говорится, из пепла. Его построили в 95-96 году, он был разорен до предела. Вытаскивали даже подоконники, розетки, все. И когда мы приняли его в муниципальную собственность, мы затратили 8 миллионов рублей для того, чтобы сегодня мы могли детям подарить эту сцену, зрителям зал. И я думаю, что мы не ошиблись в том, что мы нашли эти деньги, хотя с трудом это было все. Я от всей души поздравляю и думаю, что культура – это духовная наша ценность. Вы знаете, вот вчера было 25 лет Центральной библиотечной системе, мы отпраздновали.
Библиотечная система заняла первое место в 2003 году в Краснодарском крае. Это говорит о чем-то? Это одно из структурных подразделений культуры. Рядом у нас находится духовный храм, церковь наша. Это храм культуры и храм спорта, которого еще нет в Тихорецке, хорошего храма спорта. Вот это, вот эти все компоненты, они и составят духовность жителей нашего города. Позавчера мы были на Совете Безопасности, где остро поднимался вопрос о детской безнадзорности, беспризорности, преступности и так далее. И губернатор края Александр Николаевич Качун, когда я был у него на приеме, и докладывал ему о социально-экономическом положении города, о датах знаменательных наших, в том числе сказал и о библиотечной системе, о том, что 40 лет будем праздновать городскому дому культуры. Он сказал: Виктор Васильевич, поклонись низко работникам культуры, работникам библиотечной системы, поблагодари от администрации края за их добросовестный труд, что я и делаю. Я очень доволен нашей культурой, и редко, когда я не посещаю, только тогда, когда меня нет или слишком занят по каким-то другим вопросам. Я с таким удовольствием смотрю на массовость культуры. Это самое главное. Да, может, мы не дойдем до такого профессионализма, над этим надо работать, но когда люди массово входят, посмотрите, с каким удовольствием мамы подбегают, фотографируют свое чадо. Разве это не прекрасно? Можно говорить еще тысячи-тысячи добрых слов о коллективе, о нашей культуре, об этих вот участниках, которые нам доставляют удовольствие. Я желаю вам всем, городскому дому культуры, Ирина Николаевна, лично вам, начальнику отдела культуры Наталье Алексеевне Сачук, за их плодотворный труд. Я хочу, чтобы неиссякаемое творчество и энергия присутствовала всегда рядом с вами. Я хочу пожелать крепкого здоровья и низко поклониться всем вам, ребята. И будьте добры, сейчас летний период. Пусть, может, не получится у кого-то в танцах, песни, но собирайте ребят с улиц, чтобы они уходили от дурных дел, шли на сцену, шли в шахматный клуб, на спортивную площадку, чтобы мы меньше произносили такие слова, как антинаркопрограмма, наркотики и так далее, а больше говорили о культуре. Спасибо вам, работники культуры, спасибо коллектив городского дома культуры. Я поздравляю, я не люблю читать по бумажке. Приветствую на адрес от городского совета депутатов, от администрации, Ирина Николаевна. Спасибо вам за все. Праздником вас всех!
Юбилей – это звонкое слово. Повторяем мы снова и снова. И встают из немыслимой дали все, кто с нами сейчас и не с нами. Все, кто строил дворец и лелеял своей жизни, порой не жалея, так начало пути вспоминая, говорит с нами память живая. Сегодня уже мало кто помнит, как начинался строиться и рос наш дворец. Ведь было так, как принято сегодня еще говорить, еще в прошлом веке, еще до той большой жестокой войны, которую сегодня мы называем Великой Отечественной. Тогда еще не было принято называть стройки стройками века. Но так как искусство принадлежало и принадлежит народу, то и стройки были народные. Время энтузиазма, время великой веры в светлое будущее страны двигало людьми и в нашем провинциальном городке. Но тяжелые годы Великой Отечественной не обошли и наш родной Тихорецк. Еще недостроенное здание было разрушено. Отгремели бои, отпылали пожары, и вернулись солдаты с Великой Отечественной войны. И вновь, несмотря на все экономические трудности и разруху, с 1956 по 1964 год шло активное восстановление разрушенного здания. Тихорецку нужен был дворец, и он его получил. Словно волшебные сказки распахнулись двери нашего дворца, и полилась из его окон чудесная, удивительная музыка, и потянулись люди во дворец, хоть и не народные артисты, но артисты из народа. Много людей видела эта сцена и этот зал за 40 лет своего существования. Бывали здесь и заезжие столичные артисты, столичные театры, артисты Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Екатерина Шаврина, Борис Штоколов, не говоря уже о земляках-кубанцах, артистов с Украины и Дона. Здесь отмечали юбилеи лучшие коллективы города. Здесь награждались грамотами, дипломами труженики, тихорецчане. И здесь проходили торжественные собрания и праздники, посвященные самым памятным датам истории нашей страны. Да, многое и многих видела эта сцена. И сейчас мы приглашаем на ее подмостки представителей сразу трех поколений культработников города, внесших свой замечательный вклад в развитие культуры Тихорецка. Заведующего отделом культуры города с 1969-1983 годов Александра Николаевича Лычагина. Заведующего отделом культуры в 1983-1987 годах Наталью Борисовну Маркоту. И начальника отдела культуры администрации города Тихорецка с 1987 года по настоящее время Наталью Алексеевну Зачук. Уважаемые заведующие отделом культуры, пожалуй, ваша сегодняшняя встреча – это беспрецедентное событие в культурной жизни нашего города. Но на то они и юбилеи, чтобы происходили на них такие удивительные встречи и чтобы звучали в зале праздничные речи. Итак, микрофоны включены. И слово предоставляется начальнику отдела культуры администрации города Тихорецка Сачук Наталье Алексеевне. Приветливо и дружелюбно, порой строга,
но так уж нужно. В культуре путь большой прошла и в творчестве судьбу нашла. Улыбка ваша, как награда, совет нам дать всегда вы рады. И в этот юбилейный вечер, в час долгожданной нашей встречи, вас с юбилеем поздравляем и микрофон предоставляем. Каждый раз, поднимаясь на эту сцену, испытываешь трепетное волнение. Волнение от причастности к истории и тем историческим событиям, которые происходили на этой сцене. Сколько знаменитых певцов и музыкантов, поэтов и композиторов, политиков, космонавтов выступало с этой сцены. Сколько поколений тихоречан дарили нам с этой сцены свое самодеятельное и профессиональное творчество. Сегодня в зале присутствует много ветеранов культуры, мэтров нашей тихорецкой эстрады. И как бы ни сложилась в дальнейшем ваша судьба, но своей известностью и популярностью вы обязаны этой сцене и Дворцу культуры. Дворец культуры – явление уникальное, родившееся в годы социалистической культуры. Он не исчез в период реформ, а вырос и возродился. Сегодня мы говорим об истории возрождения послевоенного. Но в том недалеком 1996-97 годах тоже стоял очень острый вопрос: быть или не быть Дворцу культуры. В городе было много важных, жизненно важных проблем, и одна из них – Дворец культуры. Дворец культуры смотрел темными окнами на наших тихоречан, а в городе ходили слухи, что здесь будет казино или ресторан, и еще лучше склад для хранения зерна. Но мы не могли допустить, чтобы самое красивое здание в городе было разрушено или отдано случайным людям. И в тот исторический 1997 год было принято решение Дворец культуры восстановить. Это решение было рискованным, потому что требовало огромных затрат. 8 миллионов было потрачено на восстановление Дворца культуры. И сегодня, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этих ремонтах и строительствах. Всех, кто ремонтировал и строил. Всех, кто проектировал и финансировал. Всех, кто наводил порядок в субботниках и воскресниках. Всех, кто поддерживал советом и поддержкой. Спасибо вам всем. Пройдут годы, и многие из вас могут сказать, что я участвовал в восстановлении Дворца культуры. Дорогие друзья, тот важный момент, то важное решение было принято человеком, который не только принял решение, но поддерживал, помогал и подталкивал. Уважаемый Виктор Васильевич Карпенко, я хочу сегодня от имени всех нас, всех работников культуры, поблагодарить вас. Спасибо вам за Дворец культуры. Уважаемые коллеги, дорогие работники культуры, мы не празднуем свой профессиональный праздник, потому что нам некогда. Мы каждый день дарим праздники для людей. Сегодня работник культуры – это педагог и психолог, это менеджер и юрист. Но во все времена работника культуры отличали талант, хорошие организаторские способности и умение работать с людьми. Дорогие мои работники культуры, пусть еще не одно поколение выступит на этой сцене, а сегодня эта сцена предоставлена вам. С праздником вас, дорогие коллеги, с юбилеем тебя, любимый наш дворец. Слово для приветствия и поздравления предоставляется Наталье Борисовне Маркатон. Уважаемые гости, уважаемые работники культуры Тихорецкого города и дворца. Так случилось, что прибыл в город Тихорецк в 83-м году,
Горком партии направил меня работать в культуру. Я знала, что это нелегкий хлеб, и тем более, что я как бы не специалист в этой сфере. Но я определила свою задачу таковой – помогать всем. Помогать в ремонте, в строительстве, в оснащении коллективов художественной самодеятельности, костюмами. И я правильно сделала свой выбор. Я помогала коллективам творческим, которые находились под одной крышей, но назывались разными ведомственными учреждениями культуры. Дворец культуры Воровского и городской дом культуры. Ох, и как трудно было этим делом управлять, потому что за разноведомственностью еще стоял человеческий фактор, а он самый тяжелый. Надо было их мирить во всем, и в составлении программы, и в том, чтобы выставить тот или иной коллектив, и чтобы один коллектив помог другому костюму, который всегда нам дарило государство, городской бюджет. Я рада, что традиции, которые были сложены еще при Александре Николаевиче, получили как бы путевку в жизнь и в моей работе. И я рада за вас, за Дворец культуры. Я знаю, что это большой вклад Виктора Васильевича Карпенко. И он правильно сделал, потому что культура, она облагораживает нас, она дарит нам радость, она снимает с нас стресс и помогает нам в жизни и в труде. Поздравляю вас, дорогие работники Дворца культуры, с юбилеем. Желаю вам больших творческих успехов во всех ваших делах. Надеюсь, что когда-нибудь наше государство оценит ваш труд по достоинству не только словами, но и большой заработной платой. Будем надеяться. Александр Николаевич, вам слово. Дорогие товарищи, я почти 15 лет выходил на эту сцену с всевозможными поздравлениями, приветствиями и так далее. И я так не переживал, я так не волновался, как сегодня. Потому что передо мной сидят очень много людей, с которыми мы работали. А работать было, я с 69-го года начал, очень сложно. Из разрозненных учреждений культуры пришлось сколачивать единый отряд работников культуры и библиотечных, и клубных работников, и ставить на ноги музыкальную школу. То есть работы было очень много и интересной, хлопотливой и разнообразной. И я с большой теплотой хочу сказать большое спасибо тем, с кем мне приходилось работать. Они тоже вносили частицу своей души в это большое нужное дело. И сейчас, когда отмечается юбилей 40-летия Дворца культуры, мне всегда приходит на ум мысль, что этот очаг культуры, он был очагом культуры не только для жителей города, но и для всех учреждений культуры города, методическим центром. И благодаря слаженной работе многих директоров Дворца культуры
Ну а такие наиболее вот яркие, это Кузьменко Владимир Николаевич, это Волостникова Людмила Николаевна, вот, которые много творческих мыслей, интересных, внесли в работу Дворца культуры. Большое вам всем спасибо, товарищи. Я сердечно поздравляю вас с юбилеем, желаю новых творческих успехов, добра, благополучия и всем доброго здоровья. Ну что ж, большое спасибо вам за ваши поздравления, пожелания и воспоминания. Но так как юбилей дворца – это и ваш тоже юбилей, то посему и вас ожидают юбилейные сюрпризы и неожиданности. У нашего юбиляра, нашего дворца есть свой символ – фонтан. Его живительные струи взлетают вверх в самые торжественные и радостные мгновения нашей творческой жизни, когда возле дворца, как и сегодня, бурлит людской поток, льется музыка, звучит детский смех. Да, что может быть ярче и пленительнее этих струй, этих удивительных радужных всполохов? Только всполохи живого огня, огня, освещающего дорогу вперед идущим. Так пусть, как и прежде, в сердцах пылает вновь вас вера и надежда, и к творчеству любовь. И мы подарили вам эти чудесные, замечательные огненные фонтанчики. Вы их зажгли. Это было очень интересно и символично. О прошлом, настоящем не жалея, ведь вы вперед идущие. Вы все вперед смотрящие, как Данка настоящие, идущие в грядущие. Дорогие юбиляры, а теперь свой музыкальный подарок вам дарят ваши коллеги по культурному братству. Камерный ансамбль «Мадригал».
Вера в то, что он освещает дорогу жителям нашего городка. Надежда на его негасимую яркую волшебную силу, силу искусства. Любовь и желание любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Вот то, что согревало и согревает не одно поколение работников Дворца культуры. Но какому бы ведомству не принадлежал наш дворец, кому бы он не подчинялся, будь то машиностроительный завод имени Воровского, товарищество с ограниченной ответственностью предприятия культуры лицей или, как сегодня, муниципальной собственностью, он всегда был главным, центральным ведущим учреждением культуры города, а его люди, его творческие и технические работники, его специалисты, самодеятельные артисты, его завсегдатаи клубов по интересам всегда дорожили этим необыкновенно волшебным огнем. Как жаль, что еще никто из скульпторов и архитекторов не придумал памятника культработникам. Такого памятника, чтобы у подножия его обязательно горел вечный огонь. А память тех, кто уже никогда не придет в этот зал и не выйдет на эту сцену. Склоним же головы в минуту молчания, в минуту памяти, а не отчаяния. От памяти нам никуда не скрыться. Давайте вспомним прекрасные лица. Первого директора Дворца культуры и ветерана Народного театра Кушко Надежды Григорьевны. Заведующий культурно-массовым отделом Дворца культуры Резник Нонны Александровны. Гриман Евгения Александровны, заместителя директора по творческой работе. Режиссеров Народного театра Никифорова Николая Вячеславовича и Винокурова Евгения Михайловича. Балетмейстеров Дворца культуры Кормюшкина Виталия Васильевича, Горбунова Валентина Ивановича, Воронкина Виктора Калиновича. Руководителя духового оркестра Солонина Эдуарда Тимофеевича. Оператора Народной киностудии «Восход» Мигулина Виктора Михайловича. Директора Дворца культуры Никитченко Анатолия Ивановича. Кассира Малееву Марию Семеновну. Костюмера Никифорову Марию Ивановну. Плотника, ветерана войны Татаринцева Павла Трофимовича. Музыкантов инструментального ансамбля «Казачок» Автоломеенко Сергея и Бегичева Евгения Юрьевича. Алексеенко Игоря, Сасикова Вячеслава Григорьевича, Шестакова Игоря Петровича. Память, за собой позови в те далекие промчавшиеся дни. Ты в друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, ты же можешь, ты должна на мгновенье эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. Глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать, дай мне воли до конца тебя нести. Помнить друзей, а мы не забываем, вон их сколько сегодня в праздничном зале. Есть и такие, кто по привычке сегодня называет наше муниципальное учреждение культуры Дворцом культуры завода имени Воровского. Да, это и понятно, ведь начиная с 1964 года и до перестроечного 97-го, так оно и было. Многое, очень многое связывает дворец и завод. И главное, его связующее звено, конечно, люди. Творческие работники дворца, самодеятельные артисты, ветераны самодеятельного творчества, все те,
кто считался творческим цехом завода. Дорогие юбиляры, вас пришел приветствовать заведующий культурно-информационным комплексом Николай Александрович Корсаков. К сожалению, на наш праздник не смог прийти генеральный директор Александр Иванович Ветриков, человек активной жизненной позиции, в свое время немало сделавший для Дворца культуры, поддержавший все творческие начинания коллектива. Но мы надеемся, что, несмотря на всю свою занятость, мысленно он сегодня с нами. Администрация завода всегда стояла лицом к культуре. Время не изменило этого отношения к народному творчеству. Именно поэтому в действующем сегодня на территории завода культурно-спортивном комплексе нашлось место обновленному и возрожденному хору народной песни «Родные напевы». Созданные впервые в 1974 году интересным человеком и специалистом Юрием Федоровичем Погромским. Легендарный коллектив побывал еще в доперестроечные 80-е годы не только во многих городах России, но и в Армении, Бельгии, Югославии, Чехословакии, Болгарии и Венгрии. Его концертам аплодировала Москва и Кремль. С 2003 года коллектив «Родные напевы» становится хором завода имени Воровского. И руководит им сегодня Валентина Сидристая. Она с самого его основания была солисткой хора, работая во Дворце культуры, заведующей детским сектором. Волею судьбы ей неоднократно пришлось менять место работы. Но с хором она не расставалась никогда, даже в самые тяжелые для него дни. И сейчас, дорогие друзья, вас поздравляют с юбилеем хор народной песни «Родные напевы». Встречайте! Я не люблю.
уходят, сменяются даты и лица. Годы уходят, и мчится времен колесница. Но если случается нам отмечать юбилей, мы ощущаем бег времени, этот сильней. И понимаем, ничто в этом мире не тленное, но театральное братство наше священно. И пусть сегодня мы отмечаем юбилей Дворца, но не за горами следующий год и следующий юбилей. 40 лет нашего народного театра. Театра, воспитавшего не одно поколение самодеятельных артистов. Театра, многие годы не позволявшего забыть нам, что мы городок провинциалов. Ведь для настоящих театралов нет провинции. Театра, дарившего нашим землякам-тихорячанам замечательные спектакли. «Северная Мадонна», «Свадьба в Малиновке», «Заводские ребята» первого режиссера Николая Васильевича Никифорова в 64-65 годах. «Туман над заливом» режиссера Калинина, «Барабанщица» режиссера Андрея Павловича Литвинова, «Забытки растрата» режиссера Владимира Корнева. «Божественная комедия» режиссера Владимира Збытнева, «Сельские жители» режиссера Юрия Тимофеева. «День приезда, день отъезда» и «Оловянные кольца» тогда еще молодого режиссера, художественного руководителя Дворца культуры имени Воровского, а ныне известного в культурных кругах края, заведующего отделом культуры Тихорецкого района Петра Ивановича Чуприны. Сегодня Петр Иванович наш гость, и мы с удовольствием предоставляем ему слово. Пожалуйста. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, конечно, для меня Дворец культуры – это судьба, это профессия, которую я служу уже более четверти века. Но все начиналось здесь, вот на этой сцене, когда я пришел впервые мальчишкой. Ну, в первую очередь, конечно, это брат мой сюда затянул, он здесь выступал. Тут еще был спектакль, я помню, если может кто помнит, «Старожилы», «Игла и штык». Мы к юбилею октября делали такой спектакль, и, значит, мой брат здесь играл, а я смотрел. Значит, и вот это запало в душу, и так получилось, что с этого момента, с этой сцены, вот, и началась профессия, началась моя жизнь в культуре. Я, конечно же, благодарен этому Дворцу культуры. И сегодня, видя вот перед глазами весь 40-летний путь прекрасного творческого коллектива, не побоюсь этого слова сказать, это ведущего коллектива на Кубани, все-таки Дворец культуры Воровского, он значим и знаковый на Кубани. И не только на Кубани. Отсюда выезжали коллективы не только здесь по России, по Советскому Союзу и за рубежом выступали. Дорогие друзья, ну так получилось, что мне пришлось работать в Тихорецком районе. И Тихорец – это центр Тихорецкого района, поэтому недалеко я ушел, и всегда мы с нашими творческими работниками делаем одно общее дело. И мне, конечно же, радостно сегодня от всех работников культуры Тихорецкого района глубоко и сердечно поздравить творческий коллектив городского, теперь уже, так на языке Дворец культуры Заводоворовского всегда говорили, городского дома культуры, всех юбилеев, пожелать им творческих успехов, счастья, радости и, конечно же, постоянно на ваши концерты, на ваши мероприятия полные зрительные залы. Спасибо вам, дорогие друзья. О, театральная судьба, как ты изменчива, горда, как много молодых актеров бывало замысла, задора. И вот сегодня, через столько лет, со сцены вновь они вам шлют привет.
совершенно. Театралы всего города, объединяйтесь. На свет софитов сейчас равняйтесь. Мы вспомним запах кулис и снова все как один играть готовы. Кипит гранит, пылает лед, и легкий путь сбивает с ног. Что за напасть, и зацветает крылья, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок, стальной клинок. Абсолютно!
Московского театра Леонид Реймер. Елена Петченко. Анастасия Лобанова. Нина Виляева. Барбара Болдырева. Светлана Шевченко. Людмила Орел. Венера Ширантаева. Валерия Болдырева. Помощник режиссера Марина Збытнева. Режиссер театра Владимир Збытнев. Встречайте! Легенда тихорецкой эстрады 70-х, 90-х годов. Неоднократный лауреат краевых, всероссийских и всесоюзных смотров конкурсов самодеятельного творчества, эстрадно-инструментальный ансамбль «Казачок». И его не менее легендарный руководитель Владимир Тютюнников. Клавишный Владимир Тютюнников. Бас-гитара Чуренов Владимир. Соло-гитара Баскаленко Валерий. Саксофон Лев Исаев. Труба Валерий Шевченко. Ударные Александр Орлов. Солисты Валерий Вакиленко. Людмила Чурекова и Болдырев Сергей. Сколько дней потеряно.
же ты была? Когда стоял у окна, казалось, что твоя спина закрыла мир. Я из него уйти должна, но не зла. Я поняла, что при ночей бессонных без тебя я столько провела. Переборола я себя и победила я себя. И всю уверенность в себе остановлюсь, меня поднята. Я живу, я вновь живу, и высоко опять. Сегодня голову вершу, и даже встретить не боюсь тебя чуть-чуть. Я так легко могу в глаза твои взглянуть. И я не так, так, ну не так, девчонкам упой, которой ты тогда сказал прощай. И попрошлым для меня подведена давно черта. Ты так не знай, ты так не знай, ты. Ты думаешь теперь, что свободная, и что войну я задам лишь, помоги меня. Моя любовь лишь для того, кто дорожит весной, только мной, на целом свете родной. Но я жива, я поняла, что для ночей бессонных без тебя столько провела. Переборола я себя и победила я себя. И всю уверенность в себе я ставлю. Меня так нято, я живу, я вновь живу. И высоко опять сегодня голову держу. И даже встретить не боюсь тебя ничуть. Я так легко могу в глаза твои взглянуть. И я не так, давно не так. Девчонка тупая, которой ты тогда сказал прощай. Что для меня отведена давно черта. Ты так и знай, ты так и знай, ты так и знай. Есть еще порох в пороховницах. И никто никого не забыл, и ничто не забыто. Как не забыты и те концерты, которые дарил когда-то тихорецкий этот замечательный коллектив. А уж сколько тихорецкой молодежи прошло через танцевальную площадку Дворца культуры. Это ведь сейчас молодежь тусуется под фонограммы известных отечественных и зарубежных исполнителей. А тогда, в 60-е и 70-е, только под живую музыку. Музыку Виа Казачок. Да, давно это было. А потом, в 80-е годы, на смену живой танцевальной музыки пришла дискотека. И мы сегодня о
поприветствовать в нашем зале дискотечников 80-х и 90-х и нынешних годов, диджеев, звукооператоров и осветителей, и, конечно же, руководителей дискотеки. Игорь Фролов, Вячеслав Азаров, Гаврик Николай, Игорь Орел, Фонтус Александр, Лучин Константин, Протопопов Виталий. Кстати, уважаемые коллеги, мне, конечно, очень нравится вести с вами этот наш концерт, юбилейный концерт. Но, насколько мне известно, ведение концертных программ не главное в вашей творческой работе. Ведь вы занимаетесь дискотечной деятельностью, как мне известно, с 90-го года. Были и ведущим дискотеки, и ее руководителем, так сказать, идейным генератором. Это по вашей, уважаемый коллега, инициативе была создана молодежная арт-студия, выпустившая впоследствии из своего дискотечного гнезда таких известных молодых людей, как ведущие радиорок с Краснодара Александр Синицын и Константин Курганский, а также Василий Богачев, Московское радио на Семи Холмах. Спасибо. И нет, не случайно дискотека городского дома культуры носит такое лаконичное и одновременно многообещающее название – движение. Ведь движение – это жизнь, движение – это танец, а значит и жизнь в танце. Погодите, но ведь танцевать можно не только на дискотеке. Вот, например, существуют школы, студии, кружки, где учат танцевать и даже найти в будущем свое призвание. Вот в нашем Дворце культуры их не один, не два, а целых 7. И все их вы видели на нашем параде творческих коллективов. Да я не спорю. Только ответьте мне на один вопрос. Куда уходят корни этих коллективов? Не на пустом же месте не появились. Логично. И вы правы, как всегда. За 40 лет своей творческой деятельности наш дворец видел немало замечательных танцевальных кружков, студий и ансамблей. Зеркала наших балетных залов отражали плавные движения таких замечательных балетмейстеров, как Виктора Корнюшкина, Светлана Масляник, Валентина Николенко, Валентина Горбунова. Гораздо позже пришли на смену их молодые коллеги Виктор Клокотин, Людмила Шкатова, Елена Бабакина, Татьяна Крупко, Наталья Санина и Сергей Ракитин. Постойте, мне кажется, в этом списке не хватает еще одного замечательного, знаменитого балетмейстера. Я вас поняла, вы имеете в виду Галину Андреевну Иншакову. Так ведь о ней разговор особый. Ее кубанский сувенир в 80-е годы был, пожалуй, самым любимым танцевальным коллективом тихорецких почитателей хореографического искусства, в том числе и народного танца. А нынешние ведущие хореографа города – бывшие воспитанники Галины Андреевны. И вы говорите, куда уходят корни? Сегодня снова на нашей сцене кубанский сувенир, не утративший былого огня и артистизма. Встречайте! Встречайте! Oh,
уйдите, пожалуйста, со сцены. Я с удовольствием вас представлю еще раз. Бабакина Елена. Коноленко Нелли. Шкатова Людмила. Крупко Татьяна. Набатова Ольга. Калугина Оксана. Красников Александр. Ну что ж, огромное спасибо кубанскому сувениру. Несмотря на время, прошедшее с их последнего выступления, и сегодня чувствуется дворцовская школа самодеятельного творчества. Ну что, уважаемый коллега, Виа Казачок мы сегодня уже вспомнили. А я другую группу помню. Там еще были очень симпатичные молодые ребята. И называлась эта группа «Берег». Группа «Берег» собственной персоной. 20 лет назад они много гастролировали и выступали в разных ипостасях. И как эстрадная группа «Берег», и как участники театра за границей в ГДР, ФРГ побывали, где пели настоящие народные кубанские песни. Итак, группа «Берег» и ее руководитель Сергей Протопопов. А также Виталий Протопопов, Игорь Пророк, Игорь Орел, Алексей Билан и Ирина Крымова. Yeah.
коллектива. Сергей Протопоповы, Ирина Хрыбова, Игорь Орел и специально по этому случаю прибывший из Москвы Олег Биджанян. Ударные. Уважаемые юбиляры, вас пришла поздравить с праздником председатель горкома профсоюза работников культуры Светлана Анатольевна Лобкова. Вам слово. Я поздравляю вас с сегодняшним таким прекрасным, светлым праздником. Весь горком профсоюза подключается к этому поздравлению. Юбилей – это наши итоги важных дел и серьезных решений. Юбилей – это наши дороги к дням красивых побед и свершений. Дорогие мои, спасибо вам за ваш профессионализм, за ваш такой благородный и очень нужный труд для нас.
Спасибо вам за то, что вы несете такое светлое все и прекрасное людям. Хочется поблагодарить вас за это, за все. И пожелать вам дальнейших творческих успехов. Пожелать вам здоровья. И, конечно же, чтобы все ваши планы и все ваши начинания всегда осуществлялись. Спасибо вам еще раз. Уважаемые коллеги, с юбилеем вас пришел поздравить коллектив централизованной библиотечной системы. Директор Болдырь Галина Алексеевна. Только вчера мы отпраздновали свой юбилей. 25-летие централизованной библиотечной системы. И сегодня мы пришли поздравить наших дорогих коллег. Здесь праздник жизни, праздник красоты. Здесь легкость, вдохновение и ощущение счастья. У ГДК сегодня день рождения. Вам 40 лет, а нам лишь 25. От юбиляров принимайте поздравления. От всей души хотим поздравить с этой датой и пожелать прекрасных долгих дней, удачных дел, везения, достатка, приятных встреч и добрых новостей. Души с обедой дружбой и любовью, и жизни интересной и достойной. Интерес ваш книгам знаю. Угодить предполагаю. Вам дарю ее не зря, вам дарю ее любя. Пусть эта книга вам поможет в проведении ваших самых замечательных будущих праздников. С юбилеем вас! Веселыми и молодыми. Счастливыми и забытыми. Вспомните нас такими! От Москвы до Бала с таминной программой мчались мы на самолете тут. Нас кубанься страна и сильный встречала. Мы такую взяли.
неоднократный лауреат краевых смотров конкурсов, агит коллективов края на приз имени Веры Карасевой. Награжденный творческой поездкой на стройку века вам, агит-театр «Пламя». А руководителем этого замечательного коллектива была директор городского дома культуры, а затем директор дворца культуры имени Воровского. Удивительно целеустремленный творческий человек, за который творческие работники готовы были идти и в огонь, и в воду. Солонина Ирина Николаевна. Те славные 80-е годы в коллективе участвовали. Николай Бурмистров, Виктор Озерин, заслуженный работник культуры Кубани Анна Понтус, Владимир Збытнев, Иван Кровец. Заслуженный работник культуры Кубани Александр Шурупов. Татьяна Кровец. Заслуженный работник культуры Кубани Людмила Руденко. Александр Понтус. Заслуженный работник культуры Кубани Светлана Горбунова. Александр Темченко. Ну что ж, уважаемый коллега, вот и вспомнили мы агит-театр «Пламя», его участников и руководителя-директора. И раз уж речь зашла о директорах, то я предлагаю пригласить на нашу праздничную сцену всех директоров Дворца культуры и Дома культуры, кто смог прийти сегодня на нашу замечательную юбилейную встречу. Волоснякова Людмила Николаевна, Гринева Людмила Тимофеевна, Брусилова Людмила Ивановна, Мохнач Любовь Алексеевна, Збытнев Владимир Иванович, Бабакин Виталий Борисович, Кичанова Валентина Викторовна, Скобелева Лидия Васильевна. Уважаемые директора, к сожалению, не все из вас собрались сегодня на нашу юбилейную встречу. Жизнь по-своему распорядилась вашими судьбами и судьбами ваших подчиненных. Но тогда, в те замечательные времена, когда вы стояли у руля, вы всегда являлись генератором самых фантастических идей для своих коллег-культработников, для тех, кто работал рядом с вами, кто шагал вперед, ведомые вами. Одним словом, для работников Дворца культуры разных лет. И кто, мы надеемся, присутствует сейчас в этом зале. И пусть время не вернуть, но юбилей на то и существует, чтобы не только вспомнить прошлое, но и смело посмотреть в будущее. И сейчас, прежде чем вы просалютуете этому будущему, я попрошу вас подойти к микрофону и сказать пожелание, несколько слов, одной фразой, что бы вы хотели пожелать дворцу его замечательный юбилей, 40 лет. Пожалуйста, ваше напутствие, пожелание. Дорогие работники культуры, работник культуры, он не просто человек, он создан Богом. Понимаете, это одухотворение человеческой красоты, это энергия, это молодость, это жизнь. Я желаю всем работникам культуры долгих-долгих лет жизни, энергии, всегда творить, всегда думать, всегда быть красивыми, всегда быть счастливыми и всегда нести людям задор, счастье, радость. Чтобы вы получали от своей работы всегда удовольствие. И приходя домой усталые, но счастливые. Здоровья вам, с праздником вам, творческих вам успехов, радости вам, молодости, красоты. Здесь всегда тепло и уютно. Здесь отдыхает душа. Процветает дворец. Сказать большое спасибо за сегодняшнее мероприятие. Я думала, может, не получится мне сегодня прийти, но я бы очень сильно пожалела. Мероприятие отличное, оформление сцены просто удивительное.
Всем творческим коллективам желаю успехов, всем работникам культуры здоровья, благополучия и удачи. Дальнейшего профессионального роста. Идти смело на различные эксперименты, но и сохранять традиции родной Кубани и увеличивать значимость родного дворца, чтобы к следующему юбилею имен ярких и запоминающихся было еще больше. Я уверен, что несмотря ни на что, дворец жил, дворец жив, и дворец благодаря усилиям, вашим усилиям, будет жить. Надеюсь. Уважаемые директора, праздничный салют в вашем исполнении на счет раз, два, три. Итак, приготовились, инструкцию прочитали. Раз, два, три. Вы за дела с улыбкой брались и выполнять их все старались. Вот и сегодня ваш салют все люди правильно поймут. Как юбилейный фейерверк взлетела лента серпантина вверх, соединив сердца людей, сердца гостей, сердца друзей. Пусть яркий творческий полет нас к новым встречам приведет, чтоб через 40 новых лет зажегся их призывный свет. Большое спасибо вам! А теперь, уважаемые директора, для вас музыкальный подарок. Впрочем, и для всех гостей в этом зале. Песня в исполнении директора клуба «Красный молот» Александра Шурупова. Встречайте!
друзья, коллеги, в этот удивительный день, в этот удивительный юбилейный праздник, к сожалению, мы не сможем рассказать обо всех работниках нашего замечательного учреждения культуры, нашего дворца, нашего общего и дружного дома. Слишком много времени займет этот рассказ, да и пригласить всех вас на сцену тоже ведь не сможем. Поэтому просим вас всех, кто когда-либо работал или работает во Дворце культуры, независимо от должностей и званий, встаньте, пожалуйста, встаньте. Ну, не стесняйтесь. Видите, какой у нас большой и дружный коллектив. И глядя в ваши всегда молодые глаза, мы хотим сказать слова благодарности всем творческим и техническим работникам, руководителям кружков художественного, декоративно-прикладного и технического творчества, народным коллективам, балетмейстерам и хормейстерам, театралам, инструкторам и методистам, заведующим отделами и культорганизаторам, звука и светорежиссерам, операторам, рабочим сцены, рабочим по уборке территории, дежурным и кассирам, сторожам, столярам и плотникам, художникам. Одним словом, всем, кто причастен к сегодняшнему нашему празднику, кто и сегодня, спустя много лет, глядя на самое красивое здание в Тихорецке, говорит «наш дворец». И кто всегда помнит, что он маленькая копия Большого театра, значит, и рождалась, рождается и всегда будет в нем рождаться большое творчество. Спасибо вам, дорогие, и будьте счастливы! Вы страницы истории перелистали, и о многих, кто в зале сидит, рассказали. Но если о ком-то, увы, не сказали, без обид, вспоминайте друг друга с друзьями. Да, дворцу сегодня 40 лет. И в день его рождения вам шлю творческий привет и массу поздравлений директор муниципального учреждения культуры, историко-краеведческий музей Бабова Алла Юрьевна. Дорогие друзья, большое спасибо этой сцене за ту радость, наслаждение, за тот душевный подъем, который она нам дарит в течение этих лет. Спасибо людям, которые здесь работают и которые делают нас лучше, чище, добрее, красивее. Уважаемые коллеги, я сегодня как директор музея хотела рассказать вам немножечко об истории этого замечательного учреждения культуры. Но у нас сегодня такая лирическая, красивая, творческая атмосфера, что я просто передам Ирине Николаевне ксерокопии документов, которые хранятся в нашем музее. И вы со своим коллективом с этими документами познакомитесь и будете знать, что вы работаете в очень замечательном здании. И я, пользуясь моментом, хочу передать поздравления от коллектива своего историко-краеведческого музея, который тоже в этом году был юбилеем, праздновал свой юбилей 45-летний. Ну и с этой сцены выступали наши коллеги, руководители учреждений культуры, клубные, пели, танцевали. К сожалению, музей этого делать не может. Но я думаю, что мы, работники культуры, имеем особую гордость. И эту гордость, наверное, каждый из нас, присутствующих в зале, сегодня прочувствовал благодаря коллективу этого замечательного учреждения. Спасибо вам, дорогие друзья! А теперь, дорогие юбиляры, принимайте поздравления от лучших друзей, с которыми мы дружим и плодотворно сотрудничаем. Это коллектив радиостанции «Европа плюс Тихорец» Марина Орел и Виталий Протопопов.
дорогие друзья. Сегодня мы с Виталием. Здравствуйте. Представляем радиостанцию «Европа плюс Тихорец». Не скрою, мы действительно гордимся, что мы работаем на такой замечательной радиостанции. В шутку, но с гордостью мы называем себя европейцами. Но, Мариночка, я тебе перебью немножко. Мы еще с большей гордостью говорим о том, что мы с Мариной практически 9 или 10 лет проработали в этих стенах, с этим коллективом. Мы выходцы из этого прекрасного учреждения культуры. Мы любим этот дворец культуры. Мы проработали здесь лучшие годы. И эти годы дали нам вот такой толчок, что мы сейчас работаем средством массовой информации. И мне кажется, сегодня еще можно сказать, что ту закалку культработника, выходя к людям с открытым сердцем, нужно всегда улыбаться, говоря «Здравствуйте!» Мы пронесли через десятилетия. И сегодня мы с гордостью можем сказать «С нашим праздником, дорогой наш дворец!» Мы любим тебя, дворец, и мы с тобой всегда готовы сотрудничать. И со всей культурой города и района. Спасибо вам! С праздником! Дорогой дворец, тебя с юбилейным праздником решил поздравить еще один коллектив, еще одно средство массовой информации, телерадиокомпания «Тихорецк СТС Регион» и радио 104.3 FM. Видимо, в эфире. Обязательно поздравим. А сейчас, дорогие друзья, на сцену приглашаются нынешние юбиляры Дворца культуры, работники муниципального учреждения культуры, городской дом культуры. Постановщик театра Анастасия Лобанова. Режиссер киностудии Владимир Скрытнев и звукорежиссер Александр Солодовник. Руководитель эстрадно-духового оркестра Лев Исаев. Балетмейстеры Татьяна Крупко, Елена Бабакина, Наталья Станина и Сергей Ракитин. Аккомпаниаторы Елена Лобахина, Виктор Ерохин, Наталья Михаленко и Александр Гаськов. Заведующая детским отделом Светлана Шевченко. Заведующая культурно-массовым отделом Ирина Пушкарева. Методисты Татьяна Кровец и Татьяна Головина. Секретарь, председатель профсоюзного комитета Любовь Пряткина. Технического и декоративно-прикладного творчества Любовь Полякова, Раиса Строителева, Сергей Лукашов и Голдабин Юрий. Костюмер Екатерина Полянская. Звукорежиссер Роман Амиров. Роман в зале. Звукооператор Андрей Ваташенко. Светорежиссер Юрий Донецкий. Заместитель директора по хозяйственной части Людмила Адам. Художественный руководитель Надежда Казарова. Директор
Ирина Хребкова. Пусть встреча продолжается под парусами творчества, искусства, красоты. Пусть звонкое веселье и чудо настроение прибавит вам сегодня душевной теплоты. Подарит лучик счастья и доброе участие друзей улыбок море и океан цветов. И вот погасли свечи, но память этой встречи пусть каждый унесет с собой надежду и любовь. Не забывайте, не забывайте, не забывайте. Что лишь